Почему нельзя бегать? Помолчи. Слева на радаре внизу метки показывает, куда идти. Я на карте не понимаю. Стрелять по найденным локам. LOL Steam Market – это торговая площадка аккаунтов Steam, VK, Origin, Uplay и многие другие. Для покупателей есть специальный бот, который проверяет все аккаунты на их работоспособность. А если ты барыга, то для тебя самые низкие комиссии и моментальные выводы. И не забудь про наш форум, где тебя ждет халява. На карте. Да кто такая эта карта? А, окей, найс. Спасибо. О, баран, бля. Это дикий баран или не? Ты добрый? Здорово, дядь. Молодой, блядь. Он выглядит как... робот. Не должно быть страшно. Мам, это Виктор? О, это Виктор. Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Хм. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were. So I hauled you off to the dock right quick. I'm a Securitron. Robco Security Model 2060B. If you ever see any of my brothers, tell them Victor says howdy. I moseyed into town, oh, 10, 15 years ago. Anyway, it's a right peaceful town, and I can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help. Ты что с тобой разговаривал? Happy trip. Он мне дал локацию кладбища, и все. Мне, кстати, нужно на кладбище. Там другой квест. Окей. Это что за штука? Yippee-ki-yay! А? Ты мне, типа, помог? Какой-то чел начал помогать мне в богомола отхуячивать. Богомол, ты меня обнаружил? А чё он на меня хотел напасть? Чего не убил с одного выстрела? Как он смог пережить выстрел? Я не понимаю, как это возможно. Я не попал в него? Ебать, ты уебищ. Как-то я не попадаю, я попал. Чё он такой живучий? Задание. Цветок Брока и корень Зандера. Корень. Корень это... Вот корень. Как его взять? Корень. Мэби здесь. Школа. А, бля! А чё они не ваншотаются? Это нереалистично. Фу, бля. Как его убить? Вот так. Че за... Навык взлома 25. Наука 25. Я вам чё, биоразум? Я ищу какой-то корень, блять, где он? Кто такой этот корень? Ты корень, я корень, где корень? Должен его подобрать, блядь, или что? Кто как... А, вот, корень Зандер. Все, я нашел его. Че за темные ящики, блядь? Они сгорели или что? Че за хрень? Это так должно быть? Это нормальные текстуры? Это враг? Ебать, ты жесткий чел. Давай в голову. И чё?
Я выбрал голову, да? Я ж попал! Я не понимаю, как это уебищная система, лучше вот так вот просто делать. По-нормальному. Не врубаю, как оно работает. Херота какая-то лютая. Let me see what you got. Yeah, these will do just fine. Just fine. All right now. Не we're gonna be making something folks on the trail call подсосов healing powder. Go on over to that campfire now. Give it a try. Актуальные новости. Дружелюбная комьюнити. Заходи, не пожалеешь. Подсосов. Меда. Три. Целебный порошок. Корень зандера, цветок брока. Hey, that's not bad, see? All it takes to make a recipe is the right ingredients and the. Как я мог понять, что я его выбрал? Sometimes it won't be a campfire you need. Might need to do some work on your guns and ammo, maybe. Important thing to get is it's all the same idea. You just need to find the right place to set up shop. Обычный верстак или особый для патронов? А костер для. Well, I hope that's enough to get you started. Для целебных всяких штук. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. She'd be cross with me. Все? Easy quest? Папань, скажи, пожалуйста, а ты как игру запустил? Через Steam или через все? Если через Steam, то у тебя моды нахуй не работают. Нужно врубать через все. Запустил игру. Типа я сборку скачал. Я моды. Я сам не парился с модами, типа, это слишком сложно. Ты кто? Hello? Can you help me? Почему ты похож на чела из Обливиона какого-то рандомного? My girl is trapped by geckos on the ridge, and I can't get to her. Please, she's going to die. Go up the path, past the broken radio tower, and go to the right. Убить гекконов. They're at the top of the trail. Тупо Обливион. Я же говорю, да, это реально Обливион. То есть, грубо говоря, Обливион я же никогда не стримил, правильно? Потому что я его проходил 10 тысяч лет назад. Вот он, стрим Обливиона. Это Обливион просто. Перед тем, как отправиться в путешествие по пустошам, вы можете изменить характеристики своего персонажа. Это я уже отправляюсь в какое-то путешествие, у меня все квесты пропадут или что? Стоп, а разве цвет волос я не выбрал? Заново все ставить? А я все равно не решил, что я хочу. Количество очков действия в режиме ватс. Так это же useless, оно вообще, блядь, бесполезная хуета. Да, наука будет поинтереснее. Наука, ремонт, красноречие, его. Хотя оружие я бы тоже хотел прокачать. Короче, год добрую душу качаем. А ну. Красноречие 45. Так, це жирстко. Оружие всего лишь 18 получается. Тренированный, добрая душа. 6, 6, 7, 6. А восприятие у меня плюс, потому что одежда? Или почему? Да, восприятие плюс один. Так, ну где эти гекконы? Это геккон? Пип! Ты жив? Дядь. Геккон? Оно в башку. Попал! Пипав! Полку ноль. Эй, ты чё? Ты не умираешь? Хули такой живучий? Как оружие взять? Ну, будет попадать сегодня или не? Попадать сегодня будет оружие или не? Он вплотную не попадает, найс оружие. Ура! Быстрое путешествие, открыли локу. Ядерная батарея. Ха.
нож, сенсорный модуль. До сих пор не понимаю, оружие когда чинить надо? А чё за... Чё с игрой не так? А игра работает или не? А чё с игрой не так? Типа игра не работает? Попал! И не засчитало! Попал! Не засчитало! Попал! Оно не засчитывает, короче, опять хитбоксы кончены, как с пинкиллером. Похоже, эти старые игры. Хитбоксы говна, я стреляю в живот, оно не всчитывает почему-то за попадание. Типа реально в живот попадаю, не засчитывает. Буквально не всчитывает попадание в живот вплотную. Типа живот это не хитбокс. Так я не виноват, что разрабы дауны, я что не даун, я же вижу, что я попал. Ну так, если разрабы дауны, они меня не предупредили. Да, мне стоило прокачать холодное оружие, кстати. Оно нормально так ебашит. Это явно лучше, чем с огнестрела хуячить. Найс игра, реалистично. Ножом вообще никакого... Помолчи. Во-первых, никакой сложности. Включи радио. Ты чё собрался тошнить часами по пустошам в тишине? Во-вторых, без оружия ты двигаешься быстрее. И как в суд так получилось, что из двух вариантов, направо или налево, ты выбрал опять неверный вариант. Чё, блять? Откуда я знал, куда бежать? Здорово, Попеч. Можешь играть в New Vegas не как в шутер, а как в RPG с максимальной синхронизацией. А я как играю? А то я себе пивка взял и сосисок соевых, а ты чё, ты на клоуничах и на казуаличах бегаешь? Я не знаю, что ты за хуйню несёшь, чел. Я просто какие-то беговые квесты выполняю, по идее. И чё ты за хуйню несёшь? Я не знаю, что ты хочешь от меня. Это что такое, кстати? В бою с противником женщиной вы наносите плюс 10% урона. А у вас иногда, а вне боя у вас иногда появляются уникальные реплики в разговоре с противоположным полом. Блин, прикольно то, что здесь при прокачке появляются какие-то уникальные навыки. Это нельзя выбрать? Требуется уровень 2. Блин, это прикольно. Куча разных навыков уникальных каких-то. Вообще клево. Хорошая память. Уровень 2, интеллект 5. Второе, повышает продолжительность действия бонусов от прочтения научных журналов, повышающих навыки. О, можно читать журналы и повышать навыки? А, хуясь. Убежденный холостяк. В бою с противником мужчиной вы наносите плюс 10% урона. А почему это называется холостяк? С каждым уровнем способности прилежный ученик вы получаете дополнительные 10% к общей сумме очков опыта всякий раз, когда они начисляются. Нихуя не понял, как это работает, но... Вроде неплохо как. Помолчи. Артас, здорово. Помнишь меня? О! Если оружие в плохом состоянии, то оно будет очень слабо дамажить. А как его чинить, блядь, я не понимаю. Тот парень был на ранец бабы грабители, если не ошибаюсь. Для починки вроде навык нужен особый. Умоляю, не дропай игру пяжи. Я не дропаю пока, но просто видно же, что она надоест. Как ее доиграть до конца, не знаю. Вот это вот вроде прикольно. Интенсивная тренировка позволяет добавить одно очко к любому из параметров спешл. Хотя вот это вот в начале игры прокачать, по идее, круто. Хотя нафига мне это экспа? Я и так прокачаюсь. Количество экспы, думаю, не решает. Го, это возьмем. Во, лишнее очко появилось. Найс. Сила. Насколько хорошо вы бьетесь в рукопашной. Можно вкачать. Раз не понравилось. Холодное оружие. Так, где тот долбоеб ебаный? Просил найти его девку. Я так и не нашел его девку. Куда он сказал мне подняться? Вот сюда, но тут... Я не знаю, что от меня хотел. Hey. Че? Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Not in Good Springs, no. But if you're up for a little scavenging, there's always the schoolhouse. Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even Easy Pete wasn't able to crack with dynamite. If you want to take a shot at it, take these. Для чего нужны заколки? You'll need those to pick the lock. Be careful, though. Put too much pressure on it. А я продал их, блин. Журнал «Замочный мастер». If the lock's too much for you to handle, reading through the magazine might give you the edge. О, я понял, это типа поднять навыки на время. Always happy to help someone down on their luck. Sure. What do you want to know? Around here, mostly coyotes and geckos. The coyotes are pretty dangerous in large packs, but otherwise they're nothing to really worry about. The geckos aren't too tough, but they've got a nasty bite.
I've heard about bigger, nastier versions out in the wasteland, but I've never seen them. Ну, я чуть дальше от города. Stick to the roads when you can, and steer clear of the hills north of Good Springs. Помолчи. The critters up there are big and poisonous. С гекконами на самом деле можно поговорить, как и с любым мобом. Нужно вплотную нажать Е. Поговорить получится, если пройдешь проверку пачкам. If you want, I hunt geckos mostly. The meat's pretty good, and I can always find a buyer for the hides. I also help keep the town clear of rat scorpions and coyotes. Not many people live in Good Springs. Так, ладно. Чего я хотел, я забыл. Я хотел поспать, точно. Проверить, восстановится ли ХП. Так, сколько я восстановил воды? Чуть-чуть. Кто-то угрожает. I'm done being nice. Так, мне надо пойти в школу ту. Там я уже вроде был разок, да? Там я сейф помню. Что у вас тут происходит? He's some trader who decided he'd rather shoot than pay the toll for being in our territory. He's hiding somewhere in town. Would serve these idiots right if me and my guys shot the place up after we got payback on Ringo. Меня это не касается. It is now. Me and the rest of the guys busted out of the NCR prison east of here and took over. Now we're calling the shots. Кто вы такие? None of your damn business. You ought to know better than to ask a man that kind of question. Красноречие 20. Robbed some people, burned some things, killed a few guys. Могу ли я его убить? Например, в спину, где-нибудь снаружи? Same old shit that's been going on for years. The NCR and Legion are still fighting over Hoover Dam for some reason. Never been there since the NCR's got troops all over it. Must be pretty important. I've run with some tough gangs, but I gotta admit, they all got nothing on the Legion. I hear they stick you up on poles and it takes a while to die. I ain't saying I'm afraid of them or nothing, but I'll be staying out of their way. New California Republic. НКР, Новая Калифорнийская Республика. Just a bunch of people with money and power pushing everyone else. They've got troops all over the Mojave. But it... Yeah. Yeah. Hey. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Что, если с ними бандитами, может их убить? Cobb hasn't exactly been looking for Ringo too hard. I think he's afraid that Ringo will ambush him, which is probably true. Почему просто не убить Джакоба и не покончить с этим его? You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the Powder Gangers with him. Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail line. Я уже спросил его, за что он сидел. Какие-то отморозки. Convicts, but was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Поговорю с ним тоже. Что будет, если я помогу Ринго? If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. Тем более. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the Powder Gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Что, если я помогу бандитам? Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep. Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction.
If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive. Сейчас так трасса 15. For all I know. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Что, радио ее починить? Сейчас забуду, если мне эти квесты не запишутся, я забуду, что надо делать. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. Fine by me. Так, что ты продаешь? Got a special discount for you after what you... Прикольно, что здесь можно почитать книжку, а потом типа, ну, как бы с помощью этих навыков там взломать какой-то сейф. Надо будет попробовать сейчас. Это реально, ну, интересная механика. Почему вы, ну, об этом не додумались ни в одной игре? Вот, допустим, терапевт. Медицина плюс 10. Замочный мастер. Взлом плюс 10. Попробуем это. Так, надо продать бесполезное что-то. Вот это, например. Пошли в школу сначала сходим. Взломаем сейф. Так, это не тот торговец. You looking to buy some supplies? If Ringo doesn't head out on his own, I think we should hand him over. Помолчи. Town shouldn't get itself Привет, mixed into the problem. Включи Don't mistake для that for coward talk, though. We're a town of survivors. We'll fight tooth and nail and push. We don't go looking for trouble. Северный проход и открытый кинотеатр Махави — это ДЛС тема. Туда лучше идти под конец основного сюжета. Да, догадался. Я купил какие-то патроны. Так, наверное, лучше покупать повышенной мощности патроны. Что такое ПУ цели? 2. Что такое ПУ? Как это, блядь, перевести? Почему все это всегда так сложно, блядь, в этой игре? И ничего не объясняется, непонятно. А, ПУ цели, X3, ПУ. Кто такой этот ПУ? 9 мм пистолет. Состояние? Это оно, типа, испорченное? Есть какой-то, я не знаю, блядь, какой-то нож целый, не порченный. Буду с ножом ходить. Так, где-то чел. Я к нему иду сейчас, да? Это он? Это ты? Нет, это не он. А где его прячут? В этом доме, maybe? А, да, на заправке его говорили прячут. Точно, я вспомнил. Че за говно, не знаю. Дверь? That's close enough. Who are you? Ты меня застрелить хочешь? What do you want with me? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of caravan? You know how to play? Не знаю. It's a two-player game, and the winner takes the whole pie. You build a caravan using the cards in your deck. Помолчи. The goal is to create caravan bids that beat your opponent's bids. So there's more strategy than luck involved. It's why you won't see caravan in any casino. Too slow-paced. And more importantly, no house edge. Here, take this holotape. It goes into more specifics about the rules. You'll also need a deck, so take one of my spares. So, you feel like playing a game? Окей. Don't worry. Игра «Караван» начинается с создания пула ставок. Это единственная фаза, когда делаются ставки. Поскольку эту игру придумали в торговых караванах, игрокам разрешается использовать любую имеющую хождение валюту. Обычно используют крышки, но можно носить доллары НКР или монеты Легиона. Как только ставки сделаны, игроки начинают построение колод. Нихуя не понял, но давайте.
Так. Сравнять, поднять, что, куда, где поднимать, что сравнивать. Он ставит 52. 50, мы играем на 52. Бать. Чтобы играть в кровавом, должны собрать колоду по меньшей мере с 30 карт. Карты можно купить у торговцев или найти в странствиях. Выбор карт на ваше усмотрение. Напомните, что определенные наборы имеют свои плюсы и минусы в сражении с любым оппонентом. Как только вы составите приемлемую колоду, можете начинать игру. Я вообще не понимаю, как это... Как выбирать карты? Как двигать карты? Это я выбрал? А если случайно выбор карт? В первой фазе каравана каждый игрок вытаскивает из своей колоды 8 карт. Затем игроки по очереди выкладывают числовую карту или туза на трассу трех караванов. Чтобы починить, например, пистолет, нужно купить еще один. Тогда он уйдет на запчасти. Чем больше навык ремонта, тем лучше починится. Порог урона. Если у тебя два пуа, враг выстрелил по тебе на 10 урона, то нанесется 8. Три каравана игрока борются за контракты с караванами оппонента на каждой трассе. Бать, сложно. Как выложить карту? Он выложил карту, как мне выложить карту? Что значит снести карту? Я могу ее выложить? Снести карту? Или выложить? А что делать надо? Я не понимаю, как играть? Как выложить карту? Что я делаю? Какое-то говно тупое. Невозможно что делать, кроме как сносить карту, нету других выборов. Чё за говнище? Вот опять туз, как её выбрать? Ну и говно какое-то унылое, пиздец. Как что сделать? Ебать говно тупое. Ничего не понял. Оно не играется даже. Как играть? Как выйти? Я потерял 52 золота просто. Я ничего не понял, что происходило даже. Как играть? Играть даже нельзя. Навык взлома 25. А у меня сколько? 23? Оу, камон! Хорошо, допустим, если я замочный мастер применю, насколько оно делает взлом плюс 10? На сколько времени? Окей. Изи. Не почувствовал. Бейсбольная бита. А, вроде в хорошем состоянии, правильно? Кожаный ремень. Но теперь у меня эта тема потрачена. Могу ли я по-быстрому теперь тогда сбегать туда, пока у меня эта штука не закончилась? На взлом. О, 33, пока оно есть у меня. Сколько оно времени длится, я ебу. Там было, короче, бревно какое-то валялось рядом с этой школой. Почему на карте нихуя не показано? Как... А, вот оно, это вот школа, да, все нашел, найс. Да, найс. И пока у меня эта штука не закончилась, взламываем сейф. Во, заебись, заебись, удачно зашли. Во, бля, не чувствую. Довоенные деньги. Крышечки, изолента. Ментаты. Металлолом, не нужно. Стелс-бой, что это такое? Скрытность плюс 100, стайлс плюс 75. Суперстимулятор. Таймер. ХП у меня так и не растет. Давайте попьем воды, заодно ХП подрастет, по идее. Бульк. Можно еще мясо съесть. Опасная бритва. Урон 6, урон 5, а бита? Урон 16! That's nice. Так оно уебищно выглядит, конечно. What is it? Oh, sorry. I thought everybody knew already. I'm a trader with the Crimson Caravan Company. I'm staying in town for a bit. Понятно. Did you want some?
Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. My caravan was on the return trip from California and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight, but there was too many of them. I took a few of the bandits down before I ran. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my... Тебе нужен телохранитель, а я не прочь подзаработать. All I've got left on me are a handful of caps. But you get me out of this, and I'll make sure the Crimson Caravan pays you back. You've got my word. We'd just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, почему я просто не могу их найти и перебить? I was thinking of myself, actually. Who's gonna watch my back while I'm watching yours? Как это неудобный квест, почему нельзя просто их найти? Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. So what's going on? Did Sunny agree to help us? Не очень удобно это. Я еще должен буду его защищать какой-то перестрелки или что? Проще, если я могу пойти на какую-то их базу и там их всех уничтожить. И она была бы интереснее. Где-то Саня. Hey, hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Prim is the town with the roller coaster straight south. Can't miss it. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear, but I'd keep your gun where you can reach it easily. You never know who you'll run into. Off the road, you'll probably start running into hostile wildlife. Say no more. I'm in. И что теперь? Just like that. I have a feeling that I'm going to end up fighting those guys one way or another. So I might as well get it up. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly... If you could convince Trudy to join us, some of the... I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. And Chet just got a shipment of leather. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up... Взять брони, стимуляторов и динамита. Easy Pete's pretty protective of his dynamite. You'd have to convince him you know a thing or two about explosives before you handed it over. I don't think give is in Chet's vocabulary. Even with the town at stake, he'd still make you barter with him. A silver tongue would help. Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also... Okay. I'll be waiting. Должно быть есть. Это считается уже сделано? So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose... I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better at... Так. Be careful out there. Oof. Забей пить динамит. Выдать горожанам снаряжение. И у доктора Митчелла препараты. Доктор это который в самом начале игры был. Так. Забей пи где-то здесь сидит в самом начале тоже. Вот здесь он сидит. Здорово. Ауди. Ауди. Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Взрывчатка 18-25. Так, секунду. Yep. Возможно, у меня есть книжка. Я прочитаю какую-нибудь книжку, и я буду знать о динамите больше.
Так, взлом мой уже упал. Непонятно, сколько оно времени действует, но да ладно. Так, помощь. Медицина плюс 10. Нужна книжка о взрывчатке. Мир бокса. Терапевт сегодня. Возможно, книжка продается в магазине рядом. Ха. Так. You looking to buy some supplies? Can do. Так, книжка. Бартер плюс 10. У меня книжки, походу, нету. Тогда я не знаю, тогда не получу динамит. По идее, обойдемся. А что так дешево? Две крышечки? Мясо гекона, две крышечки? What the hell? Now just hold on. I never voted to take on the... 1000! That's a 1000 cap investment you're talking about. Бартер 25. О! You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. Date? О, так он мне дал фри, получается, броню. Если я правильно понял. О, кожаная броня. ПУ-6. О, так это получается супер жестко, разве не? Типа, ну, на 6 урон сменьшает, если я правильно понял. Опять забыл, что это значит ПУ, но, короче, ну вы поняли. Как чинить броню? Пока не буду ее носить, она сломанная. Так, ну это мы сделали, что еще осталось? Медикаменты, думаю, мне дадут просто так, я подозреваю. Так, радует хоть, что не надо бегать дохуя, город относительно маленький. Ну-ка поговорим с этим Митчеллом. А что там еще нужно было, кроме этого? А, еще вернуться к Ринге. Welcome back. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are skipped. Все? Он чисто мне дал стимулятора. Sure, I can have... That'd be... А радиация сама по себе не проходит, я так понял? Радиация-то у меня 4 сейчас, да? И она сама по себе не падает? Так, ну все, пошли к этому челу еще зайдем. Но динамита не получу. Я так понимаю, это не обязательно. So what's going on? Саня, с нами. Well, I guess that means we're ready to go. Давай сделаем это. All right, I'm ready. All right, I'm ready. The Powder Gangers are here to play. А так мы обе сразу их убьем? Сколько их там? At least 6. 6. Ну это мало. They look pretty mean. Пошли. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage. Так, где эти бандиты? Это они? Или это наша бригада? Ты будешь сражаться? Keep an eye out. I still think there's a few out there. Ну и где враги? Это бандит? Я пока не знаю, что происходит. Короче, блять, я тоже буду с этой темой. Не, блять. Я убил главного. Изгой? Это свой или что? А, подрывники. Я думал, ну, типа, изгой в городе, бля. Короче, такой бред. Оружие дальнего боя не работает просто. Но это настолько нереалистично, настолько тупо, блин. О, ворвит винтовка. Если ее разбить, то я смогу починить свою. Сейчас проверим. Динамит. 3 штуки. О, 100... Это мало. These are technically Crimson Caravan. I did have what was left of the Crimson Caravan money, but I wasn't sure if it was my right to just give it away. Так-то мало. I owe you more than that, though. So look me up at the Crimson Caravan camp up in New Vegas if you ever visit. Постараюсь не забыть. Ну конечно, боевка в игре, она типичная, блин, он такой дебилизм. На кринжичах.
Так, и как теперь чинить оружие? Вот я нашел второе. Мне сказали, что надо найти второе и потом разбить его. У меня есть две биты. О, одну я могу ремонтировать? Серьезно? Окей, ремонт. А ну. Как? Выберите предмет для разбора на запчасти. Ну, этот. Я ее отремонтировал, провести ТО. Ремонт. Окей. Оно добавилось к состоянию что-то? А ну, еще раз. Ломаю эту, правильно? А ну да, оно улучшается, я понял, да, действительно. Прикольная механика. Ты находишь дубликат, его ломаешь, типа, немножко и чинишь это. Но оно еле чинится, кстати, не особо-то и починилось. Давайте еще ружье починим. Или ружье я продам просто. Хотя я захочу это использовать. Почекаем, оно хоть как-то дамажит. Не, в целом, ну блин, ну конечно играбельная игра, безусловно. Вполне играется, можно играть, прикольно. Мэбина и лучше, чем то говно вот это вот, Outer Worlds, потому что то тупое СЖВшное говно. Кстати, что забавно, вот я опять же понять могу. Персонажи тут, в принципе, вот эти вот NPC выглядят нормально. Эта девочка с винтовкой даже красивая, в принципе. Но какого хуя меню создания персонажа выглядело настолько уебищно? Вот этого я понять не могу, реально. Ладно, будем играть пока что, но я не знаю, как я смогу закончить. Как такая игра может не надоесть, пока не понимаю. Возможно, да, возможно, RPG элемент потащит. Будем верить. Так что продолжаем играть. Дропа пока нету. Че, отстрелялась? Что с ебалом? Можете кулаком ударить. А если поговорить, если она зависла? Ты злая? Ты очень злая? Мне хочется ее ударить. Интересно, что будет, если я ее ударю? Она меня сразу стрелять начнет? Хочется ей поебал дать. Я спрячусь здесь, в тележке, и засейвлюсь. Все. Вас не видят. Я сохранился. Ну все, на Extreme Fallout будем играть. Надеюсь, RPG-система потащит. Сколько здесь игра? Не знаю пока. Ну, типа, ну маловато пока. Слишком старая. Ну, вся надежда на RPG-систему и на, ну, какие-то, блин, интересные там, ну, вот эти вот выборы в диалогах и т.д. Игра супер старая, там не будет никаких интересных, прикольных анимаций, да, если там что-то должно какое-то событие произойти. Там что-то, что может произойти максимум? Персонаж заорет и просто упадет. То есть не будет ничего такого, ну, драматического, очевидно, потому что реализовать в такой игре невозможно. Не знаю. Слишком старая. Все, всем пока. Fallout не дропаем пока что.